такой интересный российский сериал, как «Акварели», первый сезон, который состоял из 16 серий, стал неожиданным, но довольно приятным открытием для любителей мелодраматических проектов отечественного производства. В его основу лег необычный сценарий, описывающий историю жизни одной невероятно сильной и привлекательной девушки. Длительное время она не знала о своем происхождении и жила словно в тумане. Но неожиданная встреча полностью меняет жизнь главной героини. Зрители с удовольствием посмотрели первый сезон и с нетерпением теперь ожидают даты выхода второго сезона. И если продолжение данной картины будет, то посмотреть очередную 17-ю серию вы сможете уже осенью 2019 года, но это и вовсе не точная информация. А чтобы быть в курсе, подписывайся на наш канал. Всем спасибо за внимание, пока!